Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и сегодня мы играем снова в Сумбарио Сити Симулятор в Майнкрафте. Блин, это так классно, классно, классно. Как же я хотел снова сюда вернуться. Так, тут у нас уже бабла 82. Давайте еще одну индастриальную штуку купим, кстати. Ну, зря на сюда заходил, у нас же есть книжечка. И попробуем поставить ее между вот этим заводом и электростанцией. Возможно, что-то поменяется. Может, завод надо рядом с заводами строить, я не знаю. Ага, вот индастриал сюда, а вот сюда вот резиденцию построим. Еще одну. Ух ты, нифига, что это за завод такой у нас. Оп, оп, мужик что куда-то ходит, смотрите. Так, по карте. Плюс 2, 0. Ух ты, ё-моё, чувак. Чё за зомбари начали валиться с верху, ё-моё. А, это по идее фармилка, что ли? А моб гриндер, да, смотрите, моб гриндер. Он работает, точно. То есть можно здесь так встать и получать на халяву себе всякие штучки, которые можно скидывать и потом продавать. This button does nothing, probably. Эта кнопка не делает ничего. Ну ладно. Griffers. Лол, нуб, this build sucks. Тролл, что? Что? Гриферы? Какие гриферы? Нет! Ёперный дятер, чё за фигня? Охренеть, смотрите, это гриферы, короче, нам загриферили. Офигеть, они просто сломали наши дома. Ну, тут понадобится, наверное, новые резиденты, резидентские домики. Вот гриферы засранцы-то. Чё, теперь смотрите, как наши домики ломаются. Ну, это не круто. О, что есть такое у нас интересное? Ладно, пока посмотрим, что здесь есть. Game start, how are you? Вот, что это такое? Pens, weapons. О, железный меч. О, ничего, ничего так. Ништячки пошли, это хорошо. Так, всякий хлам сюда. Блин, ну, то, что дома загриферили, это, конечно, плохо. Это очень плохо. И что теперь делать? Давайте попробуем просто бульдозером снести. Если поможет, тогда это будет хорошо. Почему тут что-то плохое происходит вообще? Да, лава убирается. Хорошо. Давайте сюда, нужно новые бульдозеры покупать, получается. Еще бульдозер. Еще резидентский домик. Заново все придется строить. Грифер, а? Так, давайте здесь сломаем. Гриферы все равно нам покоя не дадут. Резидентский домик. И вот тут снова резидентский домик. Лава-то сверху. А, погодите, а лава, что ли, сверху, она не убралась? Как убрать лаву сверху, лол? Жесть, я не знаю, что с этим делать, с лавой-то. Она просто, может, заглючила, и на самом деле она ничего плохого нам не даст. Плюс 2, плюс 2, плюс 1, плюс 1. Тут что у нас случилось? Ух ты. Панет, плод, кондишн, кип аут. Ну, короче, нужно его тоже разрушить, видимо, болдозером. Так, блин, что-то у нас прям вообще все плохо идет. Инком до 2 скатился. А вот, инком стал 42. Гриферы, что ли, пропали? Да нет, это, видимо, лава залагала, ее, по идее, не должно быть. Либо есть какая-то кнопочка против гриферов, я не знаю. Но тоже здесь течет лава, это очень плохо. Мне это вообще не нравится. Вот. Надеюсь, она перестанет течь в ближайшем будущем. Так, а здесь нам нужен новый индустриальный, наверное, домик. Но я, наверное, лучше построю здесь справа, чтобы он... Когда он стоит рядом с коммерцией, я так понял, у них не все очень хорошо. Поэтому возьмем индустриальную вот эту построечку и построим рядом вот с этой вот здесь. А вторую построим вот там потом. Ух ты, она прям вот тоже переделалась. Мужик, привет. Что у нас тут есть? Интересненько.
Science 1984 год. Прикольно, мне нравится этот SimCity, он прикольный такой. Кол, окей. Прикольно. Ладно, пошли отсюда, нам эти ключи и уголь не сильно нужны. Так, блин, вот, ну там вроде на карте плюс написано, да? Плюс 2, плюс 3. То есть там все хорошо, по идее, но лава все равно стекает и... Have you tried using Simburia Control Book? А, ну мне как раз говорят про этот Control Book. Ну, я уже его взял и с ним разобрался, в принципе. Вот. У меня уже вон там один Year Olds, то есть уже старики появились в городе, как я понял. Так, в принципе, 170 энергии, мне кажется, если вот сюда построить еще одну... Ой, 170 бабла у нас, давайте купим еще один индустриальный построек, еще резиденцию одну. Вот, я хочу построить вот сюда вот еще одну индустриальную штуку, чтобы вот к этой прям вот, получается, шло. Было с ней рядом две индустриальные хрени, у нее прям подняла левел себе повыше. О, подлагнуло так. А почему, почему? А, вот, плюс 2, плюс 2, тоже моб гриндил колол. Грифер Клер! 53 тысячи, да, хочу. 53 тысячи, то есть именно 53 тысячи. О, круто, много шмоток. Давайте поднимем вот здесь вот еще. Куча мов, мы вот гриндим. Прикольно. Так, и коммерциал всего один, поэтому нужно нам с этим тоже что-то делать. Давайте возьмем. Commercial Plots, еще один Commercial Plots, две штучки и один построим вот тут вот. Второй поставим вот здесь, рядышком два построим, а домик один построим вот тут. Вот таким вот образом. Так, что у нас тут получается? Здесь такой небольшой райончик, потом хоп сюда, есть у нас Two Girls One Plaza. Да, хорошее здание, я бы туда зашел. Information Library. Don't panic. Что у нас тут еще есть? Влад Shop of Horrors. Ё-моё. Да, нас испугали. Congratulations, new option. A world class tax division has given you extra advice. You have additional. То есть можно теперь делать налоги. Налоги, ну то есть налоги повышать на город. Мы же мэр города, можем поднять налоги. Но мы не будем так делать, мы же неплохой мэр. Вот, плюс 3, плюс 1, плюс 2. А, ну, видимо, это все ему дает. Давайте попробуем до 4 уровня поднять его. Где у нас этот коммерциал центр? Вот он у нас тут. Чтобы поднять его до 4 уровня, нужно здесь, например, резиденцию построить. Резиденция это будет слишком... давайте построим здесь резиденцию. Вот этот коммерциал центр превратится в какой-нибудь огромный коммерциал центр. Прям вообще большой. О! И правда здесь опять лава течет, и вот забаговала, видимо, карта вот с этой лавой. Хотя есть у меня одна идея, как это убрать, может нужно просто пробовать. О! Через штуки. Странно, там стало плюс 2 вместо плюс 3. Верлей. Нет, лава от этого никуда не делась, к сожалению. Вот, я не знаю, что с этим делать, на самом деле. Давайте скорость на двоечку поставим. Не будем никуда спешить. Вот. И вот эта лава сверху, конечно, меня вообще очень сильно напрягает. Опа, у нас здесь. А, вот почему оно теперь на двоечку стало, потому что здесь у нас что-то сломалось. Что-то у нас было такое. А, это у нас коммерция была. Слушайте, давайте тогда сделаем так. Бульдозер возьмем. И коммерцию еще возьмем. Вот бульдозер нужно сюда засунуть. Отлично.
здание разрушено. Вот, и сейчас у него, скорее всего, 3 опять стало, да? Да, плюс 3. А если мы здесь сделаем нормальную коммерционную зону, то будет плюс 4. То есть он еще раз изменится. Ой, отходим, сейчас тут все нафиг поменяется, к чертовой матери. Вот, да. Во-во. Ох ты, нифига, какой крутой у нас этот коммерциал центр 4 уровня, да? Да, плюс 4 написано, вообще класс. Вот, это вообще просто супер. О, давайте сейчас индустриальное пробуем до плюс 3 поднять. Как же он изменится, меня интересует. То есть индустриальную постройку до следующего уровня апнуть. Блин, вообще крутое. Круто сделали, ребята. Ну, те, кто это разработали, они вообще молодцы. И вот сюда вот нужно построить как раз таки индустриальную постройку. Оп. О, завод. А это что такое? А, ну это у нас уже было, да? Заводец. Заводец, да. Посмотрим, что у нас тут на заводе. Какой-то спавнер, видимо, я не знаю. Так тоже что ли спавнер какой-то? Нет, уже не спавнилка. Мобов. К счастью. Ну, что это за завод? Туда можно спуститься? Можно, да, вот минимум опасно. Старт Cortex Attribution System. Клонинг Temple. прикольно. Выходов никаких нет. Ой, что-то FPS прям у меня очень жестко упал. Секунду. Даже не знаю, зачем он мог просесть, ну ладно. Lock where on step close to creating life is only matter times. Короче, что-то мне надо учиться сдавать, давайте. Клон Temple. А, вот. А, к черту. А, во, можно сюда поставить. О, создал. Чувак, не умирай. Нет, 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 выйди, выйди из блока, выйди. Все, мужик, слышь, я тебя создал, я тебя породил. Выходи на улицу. Теперь у нас будет гуард. Блин, тут даже можно гуарда создать для защиты своего города. А, вот его надо через эту дверь выпустить, да? Вот, еще такой мостик появился, прикольно. Блин, тут... Как они это сделали просто без модов и плагинов? Ну вот, конечно, вот этот вот косяк вот с лавой, который течет постоянно сверху, меня раздражает, да. Но это вообще фигня по сравнению с тем, что здесь вообще можно реализовать и сделать. Это реально классно. Жаль, конечно, я не могу гриферов этих заклинить. Так, посмотрим по карте, что у нас тут. Плюс 3, плюс 1, плюс 1, плюс 2, НА, плюс 2, НА, плюс 2. Нам нужна новая электростанция, и кажется, она будет вот там вот на углу. Да, по-другому вообще никак. Пошли, сделаем новую электростанцию. Кстати, там вроде видео с этим циклом все у меня стоит, правильно, да? Вот, построим новую электростанцию вот на том вот углу, где-то вот туда вот так пройдем. Побежали, ребята. Так, мы сразу же ее купим, чтобы она у нас была. И воткнем ее вот здесь вот на углу. Здесь последний плот остался, на котором можем поставить. Так, все, берем. Вот, все нам не нужно. Вот электростанция. Электростанция будет же здесь. Смотрим. Плюс 2, плюс 1 не уменьшится, не уменьшится. Прилегающие резиденции сразу же уменьшились. Резиденции не должны стоять рядом с электростанциями. Это надо запомнить. Но в будущем это все нужно будет перестроить. Вот индустриальным вещам электростанции стоять очень сильно нравится. Вот здесь вот резиденция, зато плюс 3, да? То есть мы воткнем вот сюда вот еще одну резиденцию, она будет плюс 4. Давайте попробуем сделать ее. Втыкаем. И эта резиденция будет плюс 3, плюс 3, это плюс... Все, это большая резиденция, плюс 4, но над ней все еще лава разливается. Local Seer Says, I see disaster in your future. Там.
Boost System Project Unlock. Congratulations. Что-то я unlockнул. Это может что-то из тех суперсекретных построек, которые там у меня есть, кстати. Давайте посмотрим. Нет, вроде ничего там такого нет. О, кстати, что это у нас тут сгенерилось? А, это типа гидроэлектростанция. Хм, прикольно. Да, вот видите. Гидро... Редстоун садик какой-то, короче. Блин, прикольно смотрится на самом деле. Это очень круто, как это все генерится рандомно. Я не знаю, на самом деле это прикольно. Электрик, короче. Ну, смотрится это реально круто. То есть, не знаю, как вам, ребята, а мне вообще нравится. Типа наша такая дамба, вот, цветочка. И здесь мы вырабатываем энергию. О, сундук. Flowing Spedding Monster. It's real after all. Ну-ка, давайте попробуем завязать. Мне интересно, что это такое. В воде может его надо завязануть. Главное, чтобы он нам электростанцию не разрушил. Пока тут. И не получается его завязать. Ну и ладно. Пусть будет. Плохо нам у него все равно не будет. Ну, хуже. Вот. Но... В принципе, я думаю, это можно завершить данную серию, ребята. С вами был Демастер. О, это все, что у нас тут такое? Нет, еще не завершили. Видимо, какая-то забегаловка у нас тут. Здравствуйте, гамбургер, можно? Что-то видео, кстати, подлагивает, я заметил. Ну ладно. А, это опять Коко, это опять Макдональдс, да? Да, кстати, слышу, у нас есть новый Макдональдс, это хорошо. Вот, ну, видимо, здания разделяются по грейдам, и в зависимости от того, как они стоят, естественно. Ну, некоторые рандомно вообще делаются, некоторые именно по грейдам. Ну, это тоже довольно-таки интересно, с этим нужно разбираться, это нужно изучать, и это нужно вообще все проверить, построить, замутить, короче. Ну, а на этом все, с вами был Демастер, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео, ссылочка на карту есть, ребята, в описании. На этом мы с вами прощаемся, всем удачи и всем пока.